Не поеду я сегодня в сервис. Попробую подтянуть рулевую рейку, как всегда, на коленках. Снять колесо, ослабить рулевую рейку. Хочу еще пыльник снять левый, посмотреть. Как я понимаю, там намного хуже должно быть. Выкрутить вправо полностью руль. Если вправо выкрутить полностью руль, выдвинется вся рейка в мою сторону, когда я пыльник сниму. И нужно тут тоже по-любому поменять смазку, литола забить. Потому что там же башмак прижимной, ну, пружина прижимная, которую я хочу сейчас подтянуть, попробовать. Придется подтягивать, короче. Настроения нету, но глаза боятся, а руки делают. Поехали. Постараемся слышать меня. Вот добрались мы до этой части. Вон та часть для регулировки. Все это, конечно, очень сложно и интересно. Но будем настраиваться. Гайка на 17 внутрь, контрагайка. Первым делом я хочу пыльник снять и увидеть, что там. Насколько там все плохо. Конечно, зачистил от говна всякого сразу. Ладно, сейчас будем открывать пыльник и смотреть. Хомут, да, проволочка, не боитесь. Вот такая вот проволочка интересная. Вот, это хомут. Вот такой вот интересный хомут. Момент истины. Сейчас еще. Так, нужно пшикнуть сюда, чтобы перенести. Слушайте, ну, не капец. Не капец, я скажу. Народ, скажу такую особенность. Если вы помните предыдущее видео, вот этот стопор, он звенел там, гулял, да? А этот плотненько у меня сидит, прям не хочет. Ну, стопор, да. Да, тут, конечно, все в эмульсии. Видать, у меня сальник немножечко капельку гонит. Очень плохо видно. Ну, скорее всего, это эмульсия, да. Так. Ну что ж, блин, подтяжка же это хорошая штука. Но это, блин, стрёмно. Точнее, даже не стрёмно. Это очень нудно. Нужно поднимать эту рейку. Там гайки. Тут гайка держать нужно. У нас не приварено. Ребят, это такой ужас. На коленках очень сложно сделать. На подъемнике, да. Ну, как вариант, что я могу сделать? Тут у нас есть, если видно, гайка стабилизатора, балки. Может ее убрать. Попробовать подлезть все-таки. Ну, блин, ну да нет. Нет, это не получится. Это не получится. Нереально. Это нереально. Короче, максимум, что я сейчас могу, обновить смазку на этих шлицах. Вон они, шлицы. Сейчас, допустим, уберу старую смазку, закину новую. Пока, ребят, все. Очень много гемора. Только подъемник на уровне рук, глаз. Ладно, сейчас будем вытирать и закидывать смазку. Кстати, скажу, сама рейка вся жива, все четко на ней. Шлицы не сдохли. Грязи, конечно, полно. Сейчас попробую вывернуть по максимальной, чтобы по максимальной очистить от старой смазки и закинуть новую смазку. Ну, это такая маленькая профилактика, подготовка.
точнее даже правильно профилактика. Чтобы не убилось ничего до конца. Кстати, руль максимально вырулен. Я скажу вам, руль на максималку. Блин, жалко, что я подтянуть не могу. На коленках это очень сложно. Ну ладно, что, закидываем смазку, ставим хомут, стяжку точнее. Блин, обидно, обидно, да. Да, походу она и гуляет, нужно подтянуть ее. Сейчас смазку закину, немного уйдет по-любому шум. Побольше закидываем смазки. Что терять? Я еще прям туда вот так вот, чтобы она прям распределилась как надо на все зубцы. Ну и заодно и шаровую немножко обновить. Да, все-таки я не готов сегодня сделать такой марш-бросок на коленках. Как-то так и в обратку сейчас. Еще подкину смазочки, пускай там циркулирует, потому что это капец, это надо делать, ребят. Буду, но не сегодня точно, не готов я. Нормально, держится. Ага, отлично. Просто обновили смазку, ребят. Ничего больше. Ничего больше. Обновили смазку и на этом закончили. Вот он, хомут бывший. Уж, ребят, простите, но точно на коленках с плохим настроением это будет очень сложно сделать. Скорее всего, поломаться только можно быстрее обо все это. Так что, ребят, в следующий раз подписывайтесь, следите за этим бортовым журналом. И не только на этого бортовой журнал, тут происходит много всего на этом канале. Ну и, как говорится, как водитель водителю, ровного давления в шинах по вашему мануалу. Новый день настал, и немножечко отчета.
отчет у нас о том, что в левую часть рейки я закинул смазку. На самом деле убрались мелкие стуки, ну потому что там давно около рейки, где зубцы, не было смазки. Убрались маленькие стуки, короче, стало полегче. И заметно водителю, что машина едет по-другому. Сегодня у нас, кстати, 9 мая. Хочу, конечно, поздравить всех ветеранов, кто отвоевали. Кому и так сейчас тяжело жить, но это не столь важно. У нас такая страна. И что я могу еще сказать? Советую наклейки не клеить на машину, особенно где написано «можем повторить». По неофициальным данным, 42 миллиона вроде человек за эту войну положилось, не считая там детей, чего-то, кого-то остального. Зачем нам повторять вот это вот «можем повторить»? Знаете, наклейку на машину? Я не поддерживаю такие наклейки, это бред полный. «Можем повторить». В реальности, кажется, 120 миллионов. И то это все неофициально, может быть и 200 миллионов. Просто представьте, «можем повторить». Сколько людей поляжет? Зачем нам это нужно повторять? Не можем повторить, не нужно. Выиграли, выиграли, потратили жизни миллионы человек, и хватит. Вот 5 секунд, поскольку я за рулем, 5 секунд молчания всем тем, кто отвоевали, кто уже лежат в могилах. Время уже не то. 5 секунд. Будет это, конечно, мелочь, глупость, но как и есть. 5 секунд и 5 секунд. Короче, восстановление рулевой рейки будет, то есть подтяжка, все остальное. Но то, что я смазку с левой стороны закинул, очень большой эффект, я скажу. Подпыльник, убрать старую смазку, закинуть новую. Я, конечно, Литол 24 закинул. Можно, на самом деле, выбрать другую смазку, которая гуще, менее текучесть у нее. Попробовать ее закинуть. Она даст, я думаю, больший эффект. На этом все. Подписывайтесь на канал. Просто подписывайтесь на канал. И я вам расскажу то, что вы не знали. А может быть, знали или только слышали. Но я вам это расскажу. Еще раз поздравляю с 9 мая, Днем Победы. И чтобы над нашей страной никогда, кроме салюта, ничего не гремело. До новых встреч. Пока.